Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Канал Livestream KZ в прямом эфире из Усть-Каменогорска, где сегодня, 4 апреля, стартовал 4-й заключительный тур чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди юношей 2007 года рождения. Группа сильнейшая. Мы начинаем поединок между юностью город Караганда, Иртыш, город Павлодар. Сегодня для вас работают на арене в Усть-Каменогорске наш оператор и режиссер Равхат Мусин. Равхату огромный привет! А у микрофона с вами я, ваш комментатор Евгений Самойлов. Всем еще раз здравствуйте. Поехали, мы начинаем. Как всегда, мы начинаем с составов играющих сегодня команд. Начнем с номинальных гостей, хоккеистов Иртыша. Вратари: Тихон Пушков, номер 1, Нуралыт Асбулат, номер 20, и Сергей Челайдюк, номер 47. Полевые игроки: 8 Артур Мелихов, 10 Даниил Ташимов, 13 Марсель Бигбаев, 14 Илья Краснов, 17 Максим Лопатин, 19 Юрий Калина, 22 Александр Анциферов, 23 Павел Бабешко, 32 Иван Гебель, 33 Кирилл Нейфельд, 44 Тамерлан Сарсимбаев, 55 Нурсултан Мейркул, 71 Никита Прохоров, 72 Тамерлан Киреев, 74 Богдан Смыков, 81 Кирилл Шапаренко, 87 Михаил Синельников, 90 Руслан Каршигаев и 91 Федор Филичев. Главный тренер Иртыша: Дархан Куандыкович Акперганов. Капитан команды: Никита Прохоров. Ассистенты: Иван Гебель и Федор Филичев. Состав юности: вратари: Кирилл Артамонов, номер 22, Вадим Азизи, номер 29. Полевые игроки: 4-й Карим Исаков, 10-й Эдуард Ольденбургер, 17-й Алексей Артамонов, 19-й Илья Гореев, 21-й Тимур Давлетшин, 27-й Алижан Абдашимов, 33-й Александр Алтухов, 36-й Мадин Урканов, 55-й Матвей Умеренков, 63-й Али Нурканов, 66-й Артем Диль, 68-й Максим Борисов, 70-й Бекболат Мирзатаев, 95-й Лев Гордин и 96-й Иван Фольмер. Тренирует команду Андрей Михайлович Долочеев, помогает ему Андрей Аркадьевич Столярский и Алексей Владиславович Гордин. Капитан команды: Матвей Умеренков, ассистенты: Эдуард Ольденбургер и Илья Гореев. Вот такие вот составы сегодня выставили команды. Ну и о турнирной табличке. Астана первая, на первой строчке 57 очков. Только что астанчане крупно обыграли Кулагир 18-3. Теперь им достаточно набрать одно очко, чтобы досрочно стать чемпионами этого сезона. Вторая строчка у Торпеда, третья у Юности. У обеих команд по 42 очка. Но здесь у Торпеда, небольшое преимущество перед Юностью за счет большего количества побед в очных поединках в этом сезоне. И завтра команды сразятся между собой в борьбе за серебро. Торпеда и Юность, 13:45, 5 апреля, прямой эфир на канале Livestream KZ. Далее Ташкент Селект на четвертой строчке, но ташкентцы не приехали на этот четвертый тур. У них 30 очков, и так и останется. У Иртыша 24, пятая строчка, и павлодарцы имеют шанс подняться выше Ташкент Селекта, который, кстати, не участвует в распределении мест. Далее идет Астана 2, 12 очков, и Кулагер 3 очка. Продолжим после гимна, друзья. Ну что ж, гимн отзвучал. Продолжаем быстренько о ситуации в чемпионате говорить. Ну, про строчки турнирки мы уже сказали, озвучили. Так, давайте послушаем. Александр Бардаков, Владислав Машенькин, линейный, и Дастан, вот фамилию я не расслышал, к сожалению, главный судья этого матча. Немножко сбился у меня тут звук в наушниках. Ну а мы видим, что Вадим Азизи начнет матч в створе ворот у Юности. Посмотрим, кто у Иртыша. Я так понял, что Пушков и Челайдюк сегодня попали в заявку, Тасбулат в заявку не попал. И Пушков начнет эту игру в створе ворот. Челайдюк отправился на скамейку запасных, но Нуралыт
Хасбулат будет, видимо, помогать тренерскому штабу там на скамейке запасных, без формы находясь. Итак, команды в этом сезоне встречались трижды на трех турах предыдущих. 12-2, 6-2 и 8-4 победы юности были зафиксированы в этих трех встречах. У Иртыша отмечались шайбами Павел Бабешко, Тамерлан Сарсимбаев, Никита Прохоров и также, да, отмечу... А, и все, да. Так, давайте послушаем. Вадим Азизи защищает ворота юности с первых секунд, как я и отметил. Да, и Тихон Пушков. Все, здесь без ошибок у нас. Ну что, поехали. Матч начался. Да, Иртыш с каждым матчем все лучше и лучше в этом сезоне играл. Особенно против юности, да. 2-12, 2-6 и 4-8. Вот такие были счета. В матчах между этими командами Иртыш уступал, но Иртыш добавляет по ходу сезона. Мы это видим, мы это наблюдаем на протяжении всего вот этого сезона 2023-2024. Юность в атаке тем временем. Расставляются карагандинцы по чужой зоне. Как будто в большинстве, да, они сейчас. Гореев, хорошая передача, перевод под синюю. Бросок с дальней дистанции от Мирзатаева был заблокирован павлодарцами, но не вышла шайба в среднюю. Карагандинцы продолжают там в чужой зоне наседать. Что касается юности и кто забрасывал у карагандинцев, ну тут на самом деле много кто забрасывал. Всех перечислять очень сложно. Отмечу, в первом туре Илья Гореев оформил хет-трик в ворота Иртыша. На втором туре Алексей Артамонов 3 очка набрал. 2 шайбы и голевая передача были на его счету. Ну а в третьем туре 4 шайбы Матвей Умеренков сумел забросить. Покер оформил капитан юности. Дело было 31 января этого года уже тогда. Но и отмечу еще один момент. Дважды за грубость удалялись игроки обеих команд. Обоюдные были удаления дважды. Да, это все на третьем туре было. Но на первом, на втором драк не было. А на третьем побились. Сначала Никита Прохоров не поделил там с Артемом Дилем какие-то моменты игры. Ну а затем Эдуард Ульденбургер сошелся в битве с Иваном Гебелем. Подрались парни немножко. Ну так, да, грубость была отмечена. Давайте мы этот факт отметим. Ну и в целом можем про это уже и забыть. Будем смотреть за текущей ситуацией в матче. Коршигаев зашел в чужую зону. Коршигаев встретил сопротивление соперников. Карагандинцы шайбу отобрали, но убежать в атаку здесь хотя и пытаются. Но по идее это проброс. Нет, арбитр говорит, давайте-ка играть дальше. Гордин за воротами. Лев поднял повыше. Бросок с дальней дистанции. Я так понимаю, что это Али Нурканов бросал сейчас. Еще раз Нурканов. Вышла шайба в не вышла шайба в среднюю. Опасный момент. И вот, пожалуй, первый опасный эпизод Карим Исаков создавал. Но до Тихона Пушкова шайба не дошла. Заблокировали ее защитники Иртыша. Ну что, по моментам 1-0. И эти 1-0 в пользу юности на данный момент. Мадин Нурканов на точке сейчас выигрывает он вбрасывание. И вот он, пожалуйста, первый бросок в створ в этом матче. Карим Исаков, четвертый номер юности, наносит этот выстрел. Первое вступление в игру Тихона Пушкова. Еще раз Исаков. Нет, в этот раз бросить не позволяют. Ташимов набирает ход, десятый номер Иртыша. Зашел в чужую Даниал. И шайбу здесь потерял. Неточная передача, абсолютно, причем неточная. Нурканов обыгрался с ближним. Ну, тяжело тут будет понимать, там, по-моему, Мирзатаев, да, был на дальнем борту сейчас. Ускоряется Мади Нурканов, зашел в чужую зону. Али Нурканов выше остается, 63-й номер, 36-й, да, вот он как раз-таки. Али Нурканов в угол сыграл. Неплохо карагандинцы взаимодействуют сейчас.
Гареев ошибается, ошибается Илья. Вышла шайба в среднюю зону. Там Ольденбургер в борьбе с Арсембаевым. Падает Эдуард. Без нарушений против него действовали соперники. Появился на льду капитан команды Матвей Умеренков. Сразу же нашел пасом Гареева. Илью встретил здесь и обокрал Кирилл Нефельд. Ох ты, моментище! И не забивает. Как не забивает, непонятно, Тимур Давлетшин. Просто не попал в створ ворот. Сейчас 21 номер юности. А Умеренков какую передачку выложил, да, на партнера, на пятачок. Здорово, все было разыграно. Миркул. Ну и вот первый бросок в створ ворот от Иртыша. Мы видим, Нурсултан Миркул бросал в дальний угол. Легко довольно-таки Азизи справился. Умеренков через паузу. Умеренков низом. Уходит шайба в сторону от ворот. Еще один наброс на пятак. Иртыш очень самоотверженно обороняется на самом деле, да, тяжеловато павлодарцам, но и здесь поднимает руки Никита Прохоров, показывая арбитру, что тут против него нарушение правил было, и нарушение численного состава у Иртыша, ну как так-то, парни, ну как так, еще не успел голкипер забраться на скамейку запасных, как уже вышел шестой полевой игрок у Иртыша и вступил в борьбу сразу же. А почему арбитр не дает сейчас 2 минуты за нарушение численного состава? А вот это непонятно лично мне. Непонятная ситуация. Да, Эдуард Ольденбургер отправился в штрафной бокс за блокировку. Но и тут претензии со стороны тренерского штаба юности к арбитру сразу, да, мол, товарищ судья, но ведь там было нарушение численного состава. Вы же поэтому остановили игру. А где удаление? Ну ладно, что поделать. Не без ошибок начинается этот матч у судейской бригады. Ну, всякое бывает, да, не ошибается только тот, кто ничего не делает. В общем, смотрим большинство. И пока мы смотрим это большинство, вспоминаем, как в большинстве Иртыш играл против юности на протяжении этого сезона. Первый тур было много довольно-таки попыток. 6 попыток в большинстве у Иртыша. Ни одной не реализовали. Более того, была даже шайба в меньшинстве заброшена карагандинцами уже в третьем периоде. И как раз таки, когда отбывал наказание Эдуард Ольденбургер, карагандинцы забросили в меньшинстве. Во втором туре 5 попыток, в том числе попытка 5 на 3 какое-то время была у Иртыша. Не забросили. Ну и вот у нас уравниваются составы на площадке. Подножку фиксируют. А нет, не уравниваются. 5 на 3 что ли тут? Ну-ка. А ведь действительно, да, вот здесь точно, точно, это нарушение со стороны юности. 5 на 3 будет играть Иртыш сейчас. Иван Фольмер присел в штрафной бокс. Да, во втором туре вновь не реализовал Иртыш, хотя попыток было 5, как я уже отмечал. И ох ты, момент какой, у ворот юности не прижата шайба. Отразил, все-таки отразил голкипер карагандинской команды этот наброс. Ну а дальше защитники помогли. В третьем туре не было ни одного большинства ни у одной, ни у другой команды. Ох, какое попадание! Это Павел Бабешко реализует 5 на 3 шикарным броском в ближний угол. Иртыш выходит вперед в нашем матче. Ну и смотрим, да, как к Бабешко вот эта передача ответная пришла от партнера с дальнего борта. Это был Коршигаев Руслан. Да, гол в большинстве в формате 5 на 3. Реализована эта попытка. Довольно быстро Иртыш забросил. Здесь офсайд. Да, здесь офсайд. Да, в третьем туре были удаления у обеих команд. Я отмечал, говорил про обоюдную грубость, но ни одной заброшенной шайбы тогда не было. Да, и шайб-то не было, да, в неравных составах. Да и не было игры в неравных составах. Других удалений мы не увидели. В целом, да, по дисциплинке неплохо было тогда сыграно. Но вот сейчас юность начинает с двух подряд удалений, и Иртыш этим пользуется. Павел Бабешко выводит свою команду вперед. Офсайд. Офсайд. Чуть-чуть, буквально на какие-то миллиметры раньше шайбы зашел в чужую зону игрок Иртыша сейчас. Ну и 1,5 минуты еще впереди на большинство у Иртыша. Теперь уже в формате 5 на 4.
Умеренков выиграл вбрасывание. Сарсимбаев вроде бы оставил шайбу в чужой. Но все-таки Алтухову удается ее отбросить чуть подальше. Еще один перехват от юности. Алтухов не смог зайти в зону. На подборе здесь Гореев. Через дом играет Илья. И дальше юность опять идет вперед. В меньшинстве при этом. Да, вот Умеренков с шайбой. Зашел в чужую. Умеренков паузу выдержал. Умеренков докатил до ворот. Не бросил. Кстати, пытаюсь я посмотреть, кто в меньшинстве-то забрасывал. Лев Гордин у юности забрасывал в меньшинстве в первом туре. Ольденбургер. Ольденбургер. Паузу выдерживает Эдуард. Да, ему сейчас вот за свое удаление нужно, что называется, реабилитироваться. И вот смотрите, да, уже реабилитировался Ольденбургер. Заработал большинство, похоже, для своей команды. Сейчас Эдуард. Удаление будет у Иртыша. Задержка соперника клюшкой. Ну и вот теперь формат 4 на 4. Непродолжительное время. Затем большинство будет уже у юности. Вбрасывание за павлодарцами. Артамонов. Неплохо. Момент. Классный бросок. Ой-ой-ой-ой-ой. Что здесь было? Сейчас еще один выстрел. Здесь уже мимо цели. Справился Пушков сейчас с этим броском 17-го номера юности Алексея Артамонова. Неплохо было, да? И потом клюшкой классно сыграл Пушков. По летящей шайбе приложился, как дал. Азизи вышел из ворот, сыграл на Фольмера. И юность в полном составе. Ну а дальше полторы минуты большинства у карагандинцев. Фольмер никуда не торопится пока подопечные Андрея Долочеева. Неточная передача, перехват от Иртыша, сразу же Краснов в лицевой. И не прессингуют, да, пока павлодарцы. Ну вот так обозначает свое присутствие Михаил Синельников в чужой зоне. А с шайбой вновь Иван Фольмер. На ближний борт переводит, здесь Мирзатаев, Бекболат развернулся. Попал под прессинг от Синельникова. Михаил молодцом, еще и смотрите-ка, бросок в створ нанес из средней зоны. Через левый фланг Нурканов. Зашел Мади в чужую. Перевод направо. Проходит эта передача. Там не вижу, кто это был. Артем Диль, мне кажется. Да, это он был. Перехват от павлодарцев. И сразу же отбрасываются игроки в белой форме. Снова Азизи. Клюшкой сыграл. Шайбу оставил ближнему. Неточная передача. Карагандинцы немножко тут ошибаются. Да ох ты, какой пас! И не заходит шайба в ворота. Тихон Пушков спасает свою команду. Вот это да! Как сейчас юность не реализовала свой момент. Просто непонятно мне. Это был, ну, если не стопроцентный, то уж 90-процентный точно. Розыгрыш великолепный. Но не сумел, Карим Исаков завести шайбу в сетку. Иртыш в полном составе. Удержались в меньшинстве. Отборолись, отбились. И здесь проброс от карагандинцев. Нет, не будет проброса. Арбитр показывает, что можно играть дальше. Киреев за собственными воротами. И сразу два игрока юности прессингуют в чужой зоне. Киреев вывел в среднюю. Алтухов на перехвате отрабатывает. С броском в створ, да, карагандинцы сейчас в чужую зону шайбу отправляют. По-моему, Ольденбургер набрасывал фактически из своей зоны. Еще одна попытка карагандинцев. Выходит шайба в среднюю. Здесь Бабешка отработал. Через оборону сыграл. Ну а дальше заброс от Марселя Бигбаева за ворота соперников. Бигбаев получает передачу. Нет, не доходит до него шайба. Если бы не Алтухов, у Бигбаева был бы шикарный шанс. Умеренков. Умеренков. Нет броска. Не позволяют бросить соперники. Алтухов. Попадает в блок шайба. Тамерлан Киреев ее на себя принял. И отбросились павлодарцы. Середина первого периода уже позади.
1-0. Иртыш ведет по счету. Павел Бабешко в двойном большинстве с передачи Руслана Коршигаева. Счет в нашем матче открыл Умеренков. Вновь уже он на чужом лицевом. Неточная передача. В средней зоне контролирует Мерзатаев. Отскок этот, вылет шайбы из зоны атаки. Развернулся Абдашимов. Алижан по центру зашел в зону. Абдашимов. И шайба попадает в клюшку Никите Прохорову. У нас пауза небольшая в игре. Вбрасывание состоялось. Карагандинцы его выиграли. Абдашимов не сумел довести дело до броска. Иртыш. Можно попробовать раскачать сейчас атаку. Прерывается передача. Но продолжается борьба. Гебель пошел в прессинг. Ну, у Ивана тут шайбу отобрали соперники. Еще одна попытка будет у Иртыша. В зону забрались. Прохоров на лицевой. Мимо Гебеля шайба проскочила. Еще раз Прохоров. Нет, в этот раз оставить снаряд в чужой зоне ему не удается. Прохоров получил передачку от Смыкова и дальше в чужую зону. Ну а там карагандинцы все контролируют. Борисов по правому флангу. Не самая лучшая получилась передача. Бабочкой в направлении Сарсимбаева снаряд не добрался. Игроки обороны Иртыша сейчас с шайбой. Ну и вот таким забросом вдоль по правому борту в направлении Миркула снаряд уходил. Неточным оказался этот пас. Вот опять, да, будем сегодня гадать, кто там, Филичев или Шапаренко. Но, по-моему, это Филичев сейчас шайбу пытался вывести из зоны. Не удалось этого сделать. А вот здесь Иртышу удается прорваться через правый фланг. Здорово и очень опасно накатывают павлодарцы на чужие ворота. Это был Максим Лопатин, но броска мы не увидели. От 17-го номера Иртыша и в ответную атаку мчат уже карагандинцы. Не было офсайда, показывает линейный. Хорошая задумка, но передача Мадина Урканова до адресата не дошла. В средней зоне вновь неплохо Лопатин, но это удаление должно быть сейчас. Нет, да, будет удаление, подножка чистейшая. И в штрафной бокс направляется, я так понимаю, Артем Диль, да, давай, а, или нет, или все-таки, нет, это все-таки Али Нурканов, 63-й номер, не 60, или нет, это Диль, да, Нурканов, вон он там остался у своих ворот. Артем Диль оставляет свою команду в меньшинстве. Да, все правильно мы разглядели. Ну что, еще одно большинство для павлодарцев. 5 на 3 они сегодня реализовали. 5 на 4 пока нет. Ну посмотрим эту попытку. Разгоняются хоккеисты Иртыша. Чистый вход в чужую зону. И дальше Калина пытается продлить шайбу. Калина. Ольденбургер первым на подборе. Длинный заброс в чужую зону от карагандинцев. Да, в меньшинстве имеют полное право такими пробросами играть хоккеисты юности. Калина забрался в чужую зону. Сумел оставить шайбу ближнему партнеру. Синельников налево. Нужно переводить. Прошел в итоге пас. Подключение защитника. И оттуда из-за ворот попытался выложить передачу ответную. По-моему, это Шапаренко, Кирилл. По-моему, 81-й номер. Ну вот Шапаренко и Филичева я уже отметил. Да, будем путать. Ой, будем путать сегодня этих ребят. Тяжело там 8-9 мне отличить, если честно. Ой-ой-ой, здесь Шапаренко достается сейчас от соперника клюшкой по голове в борьбе. И останавливает встречу арбитр. Все правильно, вовремя он это делает. Я не знаю, может сейчас будет тренерский запрос Иртыша, да, на этот эпизод, на пересмотр. Может быть, главный судья поедет, посмотрит. А там еще игрок юности лежит на льду. Да там все подтолкались жестко. Кому досталось? Умеренкову досталось. Потеря капитана для юности будет серьезным ударом на самом деле. Давайте аплодисментами проводим со льда пострадавших игроков. Потому что, да, тут и Шапаренко, и Умеренков оба пострадали, оба лежали. И спасибо арбитру, который остановил эту игру.
Но не будет удаления. Арбитр решил даже не пересматривать этот эпизод. Мол, ребят, ну все пострадали. Поэтому, да, давайте обойдемся без удаления, считает главный судья этого матча. Ну что ж, ему виднее. Ему виднее. Продолжается большинство Иртыша. Еще 45 секунд у павлодарцев на игру в пятером против четверых соперников. Пушков вышел из ворот, сбросил на Прохорова. Прохоров попал под силовую борьбу. Поддавил его немножко Иван Фольмер. Очень аккуратно сейчас, да, вот эта передача от Краснова прошла. А дальше ошибка от Прохорова. Перехват от Юности. Бросок заблокирован. Еще одна попытка будет. В меньшинстве карагандинцы не стесняются идти вперед. Борисов. Фольмер рядом. Бабешка в итоге первым должен быть на шайбе. Так и происходит. Но выйти из зоны не удается Иртышу. Алексей Артамонов оставил шайбу вновь чужой. Прошла передача. Плохой пас получился. Юность в полном составе. Бабешка не сумел убежать к чужим воротам. Карагандинцы на подборе первыми. Через левый фланг. Зашел в чужую Гордин. Развернулся Лев. Выше есть Борисов. Гордин накручивает. Борисова подключил. Тот направо дальше переводит. Но, похоже, Диль, да, остался сразу в игре. Не стал меняться. 66-й номер Юности, выйдя со скамейки штрафников, тут же включился в игру. Включился в борьбу. Юность с шайбой, передача, бросок, блокируется эта попытка. Это, да, Мадин Урканов это был, 36-й номер, опасный момент, и Гордин не забивает Лев. Тихон Пушков вытаскивает шайбу из верхнего угла своих ворот. 6-4 по броскам в створ в пользу Юности на данный момент. Диль продлил дальше, Мадин Урканов там. Нурканов за воротами ищет варианты. С неудобной руки как выкатил здорово на ближнюю штангу. 36-й номер Юности. На пятак скидка пошла. Попытка добавить. Нет, фиксирует Пушков. Фиксирует шайбу. Накрывает ее. Не пускает в ворота. Четыре минуты до конца первого периода остается. Но если вспоминать, опять же, историю противостояния между этими командами, да, вот на втором туре первый период матча закончился со счетом 1-1, кстати говоря. Да, такая более-менее равная игра была, но по броскам тогда 11-6. Преимущество было у Юности. Момент, бросок вытаскивает Пушков. Какой же красавец Тихон Ай. В этом эпизоде просто шикарно сыграл, не позволив Абдашимову себя переиграть. Или это Давлетшин был? Нет, Давлетшин, да, 21 номер, не 27. Именно Тимур Давлетшин сейчас не сумел переиграть Тихона Пушкова. Юность продолжает давить, бросок, Пушков в порядке. Пушков опять на месте, отражает. На этот раз бросал Мадин Урканов, по-моему, с дальней дистанции. Ну, со средней дистанции, давайте так говорить. Да, вот на первом туре-то 7-1, Юность подчистую Иртыш переиграла. На третьем 2-0 после первого периода было в пользу карагандинцев. И, по-моему, на втором туре Юность-то тоже счет открыла. По-моему, Алексей Артамонов первым забросил, потом уже Никита Прохоров счет сравнял. Выше ворот уходит шайба здесь. Еще одна пауза в игре. Если я ничего не путаю, получается, что Иртыш впервые в матчах с Юностью вышел вперед в этом сезоне. Фольмер на точке. Не вижу, кто там у Иртыша. По-моему, Мелихов. Нет? Да, 8-й номер. Да, это Артур Мелихов. И Мелихов вбрасывание выигрывает. Но завозился немножко Артур. И в итоге удается Ивану Фольмеру шайбу отобрать. Какая классная скидочка прошла на Артамонова. Тот на синюю. Алтухов, вновь Артамонов. Ищет варианты. Решил через короткий пас. Артамонов, Фольмер. Нет, передача не пошла. А вот здесь выстрел с дальней дистанции мимо створа. Алтухов на подборе первым. Артамонов. А нет, это уже не Артамонов, прошу прощения, это там Абдашимов был, 27-й номер. Ну вот так ребята меня вводят в заблуждение сейчас, кто из них где. Алтухов от Ольденбургера передачу получил, пытается вернуть Эдуарду. Ну и тут высокий прессинг от Мелихова. Играет свою определенную роль. Ошибаются карагандинцы.
Но до броска дело не удается Лопатину довести. Но как минимум, да, задачу минимум, как минимум, выполнили сейчас павлодарцы. Небольшая тавтология получилась у нас. Шайбу хоккеисты РТШ у карагандинцев отобрали. И сейчас, ну, по сути, да, в какой-то степени, наверное, павлодарцы стараются убить время, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете, чтобы не дать возможности карагандинцам довести дело до атаки. Бросок состоялся. Это Карим Исаков мимо створа зарядил. Калина с трудом принимает шайбу, ускоряется и опережает в борьбе соперника. Мырзатаев проиграл этот забег Юрию Калине. Но, правда, все равно удается юности забрать снаряд. И в ответной атаке уже карагандинцы. Перехват от РТШ. Причем не отбрасываются павлодарцы. Вот что характерно и что действительно подкупает в их игре. Сейчас через короткий пас вышли они из зоны. Анциферов с неудобной руки пытался забросить. Не попал в створ. Анциферов. Калина на пятачке. Анциферов через паузу из-за ворот выкатил. Ну, попробовал. Александр перехитрить вратаря не сумел этого сделать. Гореев бросает здорово, отскакивает шайба, возвращается вновь к Пушкову. Тихо на месте, спокойно и уверенно забирает шайбу в ловушку. 10-5 по броскам в створ в пользу юности сейчас. 10-5. Но при этом 1-0 ведет Иртыш. Вот такие вот метаморфозы. И такое тоже бывает, да, и мы такое видели на втором туре, когда Иртыш обыграл Торпедо. Вот на этом же льду, кстати говоря, да, 4-2 тогда закончилась встреча в пользу павлодарцев, при том, что торпедовцы по ходу матча владели колоссальным преимуществом, много атаковали, много бросали, но тогда Сергей Челайдюк шикарнейший матч провел, и торпедовцы были в шоке от его игры и поздравляли с великолепным поединком тогда. Не Сергея. Я этот матч запомню очень надолго. Опасно. У ворот РТШ бросал 21 номер. Тимур Давлетшин попал в блок. Отбиваются павлодарцы. Шайба покидает пределы площадки. Ну и что здесь? Удаление за выброс шайбы? Вряд ли. Там, по-моему, снаряд-то на скамейку запасных приземлился. Поэтому удаление здесь, по идее, не должны выписывать арбитры. Да, вот сейчас они тут обсуждают, собрались между собой, поговорят, обсудят, примут итоговое решение. И что говорит главный судья? Главный судья говорит, удаление все-таки за выброс шайбы. Значит, улетела она сверхвысоко, сверхдалеко. И за 33 секунды до конца первого периода Иртыш остается вчетвером. Юность получает право на реализацию большинства. Недоволен Дархан Акперганов этим решением арбитра. Да, Федор Филичев, 91 номер, как я и предположил, но не озвучил, отправился в штрафной бокс. Большинство для юности, 30 секунд у них есть сейчас в конце первого периода, ну и будет полторы минуты, в случае чего в начале второго, на реализацию большинства. Али Нурканов на ближний борт, здесь Диль, Артем с подкидочкой в угол, ждет ответную передачу, получает ее Диль. А вот здесь ошибается Артем, и шайба выходит в среднюю. Али Нурканов. Умеренков вернулся на площадку. Все в порядке с капитаном юности. Вот он как раз сейчас тут был, недалеко от эпизода. Но в этот момент звучит сирена. Карагандинцы в атаку уже не пошли. Команды отправляются на первый перерыв нашего матча. 1-0, Иртыш впереди. И мы тоже немножко отдохнем перерыв.
Возвращаемся, друзья, на лед Дворца спорта имени Бориса Александрова. Второй период матча между Юностью и Иртышом нас с вами ждет. В большинстве начнут его карагандинцы. 1-0 после первого периода впереди Иртыш. Павел Бабешко забросил с передачи Руслана Коршигаева в двойном большинстве. 5-3 удалось реализовать павлодарцам в дебюте этого матча свое вот это двойное большинство. 10-5 по броскам в створ в пользу Юности было нами зафиксировано в первой 20 минутке. Ну и 1-0 в пользу Иртыша по итогам этого первого периода. Что еще интересного хотелось бы рассказать? Давайте о статистике несколько слов еще скажу. О персональной теперь уже статистике игроков обеих команд. Но вот после вот этой атаки, пожалуй, да, мы к этому вопросу вернемся. Расставляются по чужой зоне карагандинцы. Ольденбургер нашел пасом партнера. Давлетшин, вновь Ольденбургер. Налево там Алтухов. Алтухов! Не получилось отдать передачу. Ведь задумывал на Давлетшина переводить сейчас Александр. Ольденбургер. Ну вот через Эдуарда, да, в итоге до Давлетшина шайба все-таки дошла. Но здесь бросать неудобно. Ольденбургер. Такой проверка. Проверка боем, как говорится, да. Не заскучал ли, не уснул ли там Пушков. А вдруг он не видит момента броска, да. Ведь там на пятачке очень плотно отрабатывают карагандинцы, да, играя, ой, выполняя роль столба. Ой, какое попадание здесь. Неудачное получилось Ванциферова сейчас. Павлодарцы не сумели выйти из зоны, отброситься не смогли. Ольденбургер синюю перекрыл. Алтухов поменялся местами с Эдуардом. Передача на дальнюю штангу на Матвея Умеренкова не прошла. У Иртыша Тамерлан Сарсимбаев в лидерах. 19 очков, 14 шайб, 5 голевых передач. На второй строчке Павел Бабешко. 9 плюс 4 это 13 очков. И замыкает тройку лидеров Марсель Бигбаев. 5 заброшенных шайб, 6 голевых передач. Офсайд здесь, офсайд. Ай, ну как? Ну как, Руслан Коршигаев? Какой момент сейчас упускают павлодарцы? Мог убегать Марсель Бигбаев, если бы Руслан Коршигаев здесь не провалил эту атаку. По сути, да, прям вот, ну, моментище шикарный. Руслан Коршигаев, эх-эх-эх-эх-эх, ой-ой-ой-ой-ой. Ну что тут еще скажешь, можно только руками развести, да, и по лбу себя постучать. Ну как вот так вот, я не знаю, слов не нахожу. Иртыш мог сейчас сделать счет 2-0. Потому что вот этот забег Марселя Бигбаева был реально опасным. И тут же ответная атака Юности. И тут же бросок в створ наносил Алижан Абдашимов. Там Тихон Пушков отразил шайбу в угол площадки, ну туда, за ворота, да, так скажем. Ответ Иртыша, плохая передача. Что-то не ладится в начале этого второго периода у павлодарцев. Да, тут передачки какие-то непонятные. Бигбаев. Бигбаев бросается входа в зону. Забирает шайбу в ловушку Вадима Зизи. Все-таки Марселю дали бросить, да? Позволили. Ну и у нас еще одно вбрасывание в зоне Юности таким образом только что состоялось. Правда, очень быстро, да, карагандинцы после выигранной точки убежали к чужим воротам и уже там пытаются расставиться. Иртыш отбивается, отбивается всеми силами павлодарский коллектив. Продолжают они сохранять свое преимущество вот в эту одну шайбу. Но на нее, конечно, рассчитывать мало, скажем откровенно. Не сумел Нейфельд шайбу вывести из зоны со второй попытки. Благодаря помощи партнера все-таки удалось это сделать. Там, по-моему, Даниил Ташимов отработал. Да, вот он, 10-й номер здесь на площадке. Шайба покидает пределы льда. Ташимов остается на льду с партнерами, встает он на точку. Умеренков против него. Вот карагандинцы смену провели, да. Умеренков вбрасывание выиграл. Хорошая передачка получилась. Умеренков налево широко, но далековато немного. Контроль, правда, у Юности остался над шайбой. Накат из-за ворот. Неудачный от Гореева. Подбор за Давлетшиным.
На ближний борт по закруглению шайбу отправляет Давлетшин. У Меренков еще дальше. Вновь Давлетшин в углу. У Меренков не дойдет до него передача под бросок. Но все-таки Матвею удается шайбой завладеть. И торопится. Ой, как торопится сейчас 32 номер. Да, Гебель вроде ошибся, но все-таки прошла передача. Опасный момент у ворот юности. Сарсимбаев, Гебель. Это 2-0. Иртыш, что они творят сейчас? 2-0. Павлодарцы увеличивают свое преимущество в счете. Еще раз, да, вот здесь Гебель вроде, казалось бы, потерял эпизод, но нет. Сарсимбаев продолжил атаку. Смотрите, как он перекладывает. И карагандинцы ведь его даже и не встречали, по сути-то. Вот так вот. Иван Гебель делает счет 2-0. Где-то мы это уже видели, да, нечто подобное. И у юности замена голкипера. Кирилл Артамонов появляется на льду. Вадима Зизи отправляется на скамейку запасных. Но здесь, с другой стороны, какие вопросы к Зизи? Здесь вопросы скорее к защитникам, да, вот которые допустили такой провал в собственной обороне. Допустили проход Тамерлана Сарсимбаева. Лично вот у меня вопросов-то к Азизи нет. Но я думаю, что и тренер понимает, да, тренерский штаб, Андрей Долочеев, сотоварищи, понимают, что здесь винить вратаря смысла нет никакого. Здесь не к нему вопросы. Но, чтобы немножко взбодрить команду, я очень часто вижу такие действия тренерских штабов, дабы взбодрить немножко команду, меняют голкипера, который, в общем-то, и не виноват в пропущенных шайбах. А вот здесь Фольмер неплохо, да, набрасывал на дальнюю штангу, причем даже в створ ворот шайба шла. Пушков отразил. Силовой прием! Какой здоровский! Кто это был? 14-й? По-моему, да. По-моему, это Илья Краснов силовой применил. Ну, классно было разыграно павлодарцами. Не вышла шайба из зоны. Момент есть у юности. В упор практически бросает сейчас Мирзатаев. Не поражает цель. Голкипер Иртыша Тихон Пушков сумел среагировать. Юность еще один бросок наносит. Это Фольмер бросал сейчас с близкой позиции. Не удалось в итоге Мади Нурканову овладеть, окончательно завладеть шайбой. Ну и вот тут спокойно Илья Краснов через паузу, никуда не торопясь, ждет открывания партнеров. Прохоров. Длинный заброс. Было касание? Не было касания. Проброс фиксирует арбитр. Для игроков 2007 года рождения этот турнир станет заключительным в их детско-юношеской карьере. Во всяком случае, вот среди официальных турниров, официальных чемпионатов Казахстана, да, игроки 2007 года рождения в следующем сезоне уже не будут принимать участие в ЧРК, да, в детско-юношеских чемпионатах. Лишь игроки 2008 года останутся. Опасный момент здесь у ворот РТШа. До броска дело не дошло. Но там было нарушение правил. Арбитр его зафиксировал, дал свисток. Остаются в меньшинстве павлодарцы. Сейчас задержка соперника колюшкой. И 71 номер, капитан команды Никита Прохоров, отправляется в штрафной бокс. Ну, Никита Прохоров уже играет в Жастар Хоккей Лигасы. По-моему, он единственный, кстати, из состава Иртыша. Там играет, если я не путаю. Но, во всяком случае, его я точно видел в пролиге. Ну и у юности огромное количество игроков 7-го года рождения уже играют за молодежную команду, за Тимиртау. И их игры я тоже наблюдал и комментировал на канале InSport. Принимал я в нескольких матчах участие в качестве комментатора. Опасный момент. Большинство у юности. Шайба не идет в ворота никак. Никак не хочет она туда направляться. Тихон Пушков два броска уже отразил в этом меньшинстве своей команды. Умеренков налево отправил. А здесь? Ну, а здесь Иртыш. Ох ты! Умеренков сумел оставить шайбу в чужой зоне. Может, ненадолго, да, но все-таки сумел. Хороший эпизод создали. Карагандинцы не реализовали. Да, ну вот кого точно видел, Ольденбургера видел.
У Миренкова видел, да, я в играх не юности, а Тимиртау. Ну, вот этих парней точно. Ну, а давайте пока отвлекаться не будем. У нас карагандинцы вернулись в чужую зону. У Миренков перевел на Давлетшина. Гореев, вот да, кстати, Илья Гореев тоже точно вот этого парня в составе Тимиртау прекрасно помню. Ольденбургер перехитрил соперника, отдал направо, бросает Давлетшин, попадает в блок. Под синюю линию Ольденбургер. Налево скидочка. Алтухов в упор практически не забивает. Усилили давление карагандинцы. Очень здорово, причем усилили. Уже 8 бросков в створ нанесли они за прошедшие 7 минут. В первом периоде за все 20 только было, да, 10 всего лишь. Действительно, всего лишь опаснейший момент. Ворот Пушкова, бросок не состоялся. Алтухов на синюю. Ну, кстати, Александр Алтухов тоже, по-моему, в Тимиртау был мною замечен. Ну, уже, да, уже всех не упомню. Гореев на синюю, Ольденбургер. И еще раз Гореев. И там лежит клюшка игрока РТШ. Давно она там уже лежит, потерянная. Уже давно сменился этот игрок. Ну, или получил новую. Гореев, классный момент. Пушков в порядке. Пушков на месте. Илья Гореев не сумел, в очередной раз не сумел переиграть голкипера. Для Гореева это уже 4-й бросок в створ в этом матче. Ну и пока Тихон Пушков главный герой этого матча, не побоюсь этого слова. Да, он в джерси Кадырова выступает, но это именно Тихон Пушков. Кадыров в заявку не попал на этот 4-й тур. Но у Иртыша вообще в заявке на сезон было 4 голкипера, но более 3 они привести не могут, естественно, да, по регламенту. Ох ты, какая передачка сейчас проходит. Сарсимбаев в борьбе с соперником бросал, Гордин ему там мешал, ну и в итоге шайба мимо створа пролетела. А вот здесь шанс для юности, 3 в 1, великолепная попытка будет сейчас, могла быть сейчас. Иртыш отбился, одного защитника хватило в борьбе против 3 нападающих павлодарцам, чтобы не дать бросить в итоге поворотом. Ну и Царсимбаев в ответной атаке отмечается броском в створ ворот. Гебель, не дойдет до него передача, уже давно, шайба у юности, Нурканов, классный момент, бросок, Пушков спасает, как он это делает, я просто в шоке. Тихон Пушков не позволил сейчас себя переиграть, там, по-моему, Максим Борисов, да, выходил на ударную позицию, еще момент, Гордин не забивает. Да, здесь сейчас юность поддавила. Ой, поддавила. Еще один бросок. Это уже Гордин бросал, да? Тут 95-й, по-моему, был. Его бросок Пушков тоже отразил. Сарсимбаев в чужой зоне. Сарсимбаев выше ворот уходит шайба. Но, по-моему, в створ таки попал сейчас Тамерлан. Выскакивает шайба из-за ворот юности. И доходит она до Льва Гордина. А нет, это Иван Фольмер уже, да, появился. Гордин сменился. Что же я такое говорю? Фольмер ждет ответную передачу. Но пока Мирзатаев решил сам шайбой повладеть немножко. Мирзатаев. И будет удаление. Задержка соперника руками, свистит арбитр. Иртыш остается вновь в меньшинстве. Юность получает очередной шанс. Пытаюсь понять опять, вот, да, 81 или 91? 81. Вот здесь все, разглядели мы. Кирилл Шапаренко сел в штрафной бокс. Карагандинцы выиграли вбрасывание. Нурканов бросает с дальней дистанции Али. Отражает Пушков. Подбор за юностью. Скидка на пятак. И бросок-то будет. Будет бросок и будет спасение от Тихона Пушкова. Да как он это делает? Там Александр Алтухов тоже в шоке. Он говорит, братец, ну ты как вообще это забрал? Но это ведь уже все практически должен был решать здесь Алексей Артамонов, конечно же. Но Тихон Пушков, как, что, вообще непонятно.
Вышла шайба в среднюю зону. А, или там не Артамонов, или там Гореев был, Илья. Похоже, да, все-таки 19-й номер накатывал. Ну, да ладно, уже не суть важно. Сейчас попробую глянуть на параллельном мониторе. А, это вообще был 27-й. А у нас тут в это время шайба влетает все-таки в ворота. РТШ не удержали. Не удержали в меньшинстве ворота в неприкосновенности павлодарцы. Давайте повтор посмотрим, как все это было. Да, ну бросок с дальней дистанции, да, и просто прошивает. Прошивает всех и вся. Давайте слушать. Так. Матвей Умеренков. Капитан команды делает счет 1-2. Юность отыгрывает одну шайбу. В большинстве забрасывают карагандинцы. И это ровно середина второго периода. Ровно середина второго периода. Первая шайба карагандинской команды в этом матче. С 0-2, да, пытаются сейчас отыграться карагандинцы. Пока одну удалось отыграть. Длинная передача. Алтухов, красавчик. Ой, как поймал, да? Но вот сделать точную передачу ему не удалось. Синельников через правый фланг. Пошел в атаку Михаил. Зашел в чужую зону. Правда, встретил его там все тот же самый Александр Алтухов. И уже в атаке юность. Не прошла передача. Анциферов. Сегодня не очень заметен Александр Анциферов, в отличие от третьего тура, допустим, да, где Александр, ну, со льда, конечно, уходил, да, но его мы постоянно называли, постоянно он был очень активен. Сегодня пока нет, его активности не вижу. Нурканов проиграл борьбу или не проиграл, там Каршигаев пытается шайбу забрать. Нет, все-таки выиграл Али Нурканов это противостояние. И уже Умеренков в чужой зоне бросает, попадает шайба в блок. Филичев вырос на пути. А вот здесь Умеренков, раз бросок, а второго нет. Второй не последовал. И контратака, контратака Иртыша. Каршигаев не сумел переиграть защитника юности. Иртыш, еще одна попытка, Каршигаев, и опять шайба слетает, сходит с крюка, тут что-то не то у сегодня у Руслана Каршигаева. Да, и вот мы помним, был момент в начале второго периода, когда чуть было не убежал Марсель Бикбаев на чужие ворота, еще при счете 1-0 в пользу Иртыша это было, да, вот там Каршигаев ошибся. И вот сейчас никак не удается ему толком сыграть там грамотно в чужой зоне. Марсель Бикбаев далековато шайбу отпустил. Потерял в итоге над ней контроль. Юность забрасывает снаряд на чужую лицевую линию. Прохоров здесь по ближнему борту отправил шайбу подальше из своей зоны. Еще раз Прохоров. Развернулся, ушел от соперника. Бикбаев не сумел вывести шайбу из зоны. Еще раз Прохоров. На Бикбаева. Марсель в касание. Дальше. Нет, не выходит шайба в среднюю. Еще раз Бикбаев. И опять неудачно. Карагандинцы здесь, да, очень плотненько сейчас действуют в чужой. Бабешка. Да, опять на ближний борт. Но слишком сильно и мимо партнера. Оставляет шайбу Бориса в чужой зоне. Бросок с острого угла. Фольмер в штангу попал. Завалил там Абдашимов соперника на лед. Без нарушений. Каршигаев. Видит партнера. Классная передача прошла на Бикбаева. Марсель укрыл шайбу корпусом, накатил на пятачок. Бросил раз, бросил два. Не прижат снаряд. Бикбаев на пятак. Не проходит передача. Ой, какая атака получилась здоровская у Иртыша. Да, две попытки броска даже сумел нанести Марсель Бикбаев здесь. Провести эти две попытки. Но тут бы похитрее. Тут бы, может быть, пораньше стоило Бикбаеву отдавать передачу, да, на дальнюю штангу или за спину. На дальний был Бабешка, за спиной двигался в это время Каршигаев. Вот, может, стоило через них попытаться сыграть. Но что сделано, то сделано. Шесть минут.
до конца второго периода. 2-1, Иртыш впереди в этом матче. Павлодарцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, но здесь вот допустили они ошибку на своей, на чужой синей линии. И не забивает Абдашимов. Как? Опять вот вопрос, как все это происходит? Не попадает даже в створ. Сейчас 27 номер Алижан Абдашимов. Шайба мимо ворот пролетела, просвистела. Ох ты, ну тут можно выдохнуть, что я еще могу сказать, да, выдохнуть болельщикам обеих, по сути-то, команд. И те, и другие, думаю, сейчас, да, тут были прям на грани нервного срыва. Не сумел проскочить Сарсимбаев мимо соперника, потерял шайбу, подключается Артамонов, сбросил ближнему, еще дальше вдоль по левому флангу. Умеренков, не забил Матвей Умеренков, но заработал, похоже, 2 минуты большинства для своей команды. Да, так и есть задержка соперника клюшкой. 17 бросков в створ уже нанесли карагандинцы. 17! Обалдеть, что творится. Но забросить удалось только одну. Да, и это вновь Кирилл Шапаренко в штрафной бокс отправился. Напомню, что именно его удаление удалось в прошлый раз реализовать карагандинцам. Умеренков выиграл вбрасывание. Ольденбургер. Плохая передача. В итоге шайба, ну, правда, дошла до своего, да, до Алтухова. Ольденбургер. Умеренков справа. Гореев слева. Ольденбургер отдает на капитана. Умеренков. В центр бросок. Это гол. Вот эта комбинация в большинстве шикарнейшая получилась сейчас у юности. Автором шайбы становится Тимур Давлетшин. Ну и вновь большинство, да, вновь большинство разыграно карагандинцами. Два подряд реализовали. Но здесь Ольденбургер и Умеренков должны получать баллы за передачи. Во всяком случае, я уж у себя точно этих парней отмечу. Да, Ольденбургер есть. Умеренков есть. Все, все на месте. Всех отметили на арене. И Тимур Давлетшин, автор шайбы. Две передачи таким образом у Ольденбургера. Гол плюс пас у Умеренкова. И одна шайба у Давлетшина на счету. В составе Иртыша Бабешка Гебель по заброшенной шайбе. И Сарсимбаев голевая передача. Ой, какая ошибка! Не реализует свою попытку здесь Давлетшин. Такой подарок ему сейчас павлодарцы сделали. Но не забросил Давлетшин. Ольденбургер от синей бросает на месте голкипер, на месте Тихон Пушков. Но у меня вот лично к Пушкову-то вопросов абсолютно никаких нет. По обеим шайбам, да, обе шайбы. Ну, хотя по первой были, может быть, вопросы, но там экранировали его карагандинцы. Экранировали на пятаке, мешали увидеть момент броска с дальней дистанции. Ольденбургер не стал бросать, перевел направо. Гореев. Классная передача на свободный лед. Алтухов на синюю. Ольденбургер на Гореева. За спину Гореев. Выстрелил. Все-таки выстрелил. Но шайба попала в блок. Алтухов. Умеренков. Еще раз Алтухов. Александр на дальнего партнера. Это Гореев был. Принять шайбу тому не удалось. Ольденбургер. Гореев. Ну, на синюю, да, скорее всего, обратно. Нет, решил Гореев обострить ситуацию и потерял в итоге шайбу. Проиграл борьбу. Прохоров погнал вперед. Прохоров в зону зашел, встретил его Ольденбургер и шайбу отобрал. Умеренков. Хорошая задумка, но передача в итоге не дошла до адресата. Здесь что? Здесь офсайд. Причем, да, нарушение правил со стороны карагандинцев не видел здесь арбитр. Считает, что все чисто было разыграно там, в средней зоне. Столкновение чисто игровое. И говорит, давайте-ка, ребята, продолжим борьбу вести в равных составах без удалений. Нурканов переиграл Калину на вбрасывание. Подобрали шайбу карагандинцы. Неплохо. Исаков. Исаков накатил Карим на пятачок. До броска не довел. Ну и Пушков здесь щитки вовремя выставил свои. Да и защитники помогли, в общем-то. Карагандинцы вот сейчас как будто, знаете, последние минуты как будто в большинстве играют. Да, как вот забросили
вторую шайбу. Ну, нет, не первую, да, вторую, наверное. И вот после этого у Иртыша практически ничего не получается впереди, а юность прям давит, давит, давит и давит. Как будто они продолжают играть в большинстве, вы знаете. Но вот Калина здесь имеет шанс, неплохо. Юрий зашел в чужую, сместился в центр. Калина паузу выдержал. Передача на пятак не прошла. Синельников на подборе первым. За спину Анциферов. Анциферов на синюю высоко, а там никого из партнеров не оказалось. Калина. Продлил чуть вперед, но попал под давление юности. И вот это давление работает сейчас на карагандинцев. Гордин в лицевой сыграл. Потолкались тут хоккеисты. Где шайба, у кого она окажется. Али Нурканов забросил в угол. Опасный момент. Хороший бросок наносит Алижан Абдашимов. Сейчас Тихон Пушков на месте. 21-й бросок в створ от юности во втором периоде. При том, что в первом было всего лишь 10. Да, и карагандинцам удалось с 0-2 довести цифры на табло до равного. 2-2. 2-2 за 2 минуты до окончания второго периода. Опасный момент, ну такой, не бросок, да, полубросок, что ли, можно так сказать, наносил Абдашимов сейчас. Пушков легко с ним справился, Абдашимов в лицевой, Фольмер падает, партнеры пытаются подстраховать, но шайба достается в итоге павлодарцам. Хорошая передача в касание от Бигбаева. Классная скидка, Каршигаев бросает после передачи Бабешка. Ну, атака хорошая, однако Артамонов здесь легко и непринужденно вот этот дальний бросок Каршигаева забирает. Тяжеловато было Бабешка здесь уходить от соперника. Если бы прошел чуть дальше, могло получиться опаснее, мне кажется. Но как бы то ни было, да, эпизод заигран. Все, новую атаку Иртыша будем сейчас смотреть, если удастся им выиграть вбрасывание. Однако нет, вбрасывание за юностью, а вот передача от Ольденбургера не прошла. Через дом играют павлодарцы. Бабешка в дальний выцеливает. Неплохо пристрелялся. Бабешка оставил Каршигаеву. Тот теряет снаряд. Наброс мимо ворот. С отрицательного угла не реализовали павлодарцы. Каршигаев дотянулся до шайбы. Каршигаев, здорово. Бабешка, момент, Бабешка через паузу, гол. Вот это выстрел в девяточку. Бабешка, 3-2. 3-2, Павел Бабешка. Ну, здесь Каршигаев. Смотрите, да, как здорово Каршигаев выиграл борьбу у соперника. И какую передачу выложил на Павла Бабешка. А тот выдержал паузу такую прям театральную. 3-2. Вновь Иртыш выходит вперед. С 0-2 юность отыгралась и пропустила еще одну. Но я говорил, что Иртыш добавляет от тура к туру. Они прям вот идут по нарастающей. 11-й бросок в створ от Иртыша мы видели сейчас. Его автором стал Тамерлан Сарсимбаев. В створ не попал. Гебель, Сарсимбаев. Ни тому, ни другому не удалось завладеть в итоге шайбой. Последние секунды второго периода смотрим мы с вами. Умеренков набрал ход по центру. Зашел в зону. Умеренков опасно! Бросает мимо. Мимо ворот. Последние мгновения буквально остаются тут на одну атаку. На один бросок остается время у юности во втором периоде. Но павлодарцы отбились. Не позволили бросить в концовочке этого отрезка матча соперникам. 3-2. Иртыш впереди после второго периода. Перерыв. Давайте передохнем. Пауза нужна абсолютно всем. Перерыв.
Ну а мы вновь, друзья, в Усть-Каменогорске на льду Дворца спорта имени Бориса Александрова. Третий период матча между Юностью и Иртышом стартует буквально вот очень даже скоро, практически прямо сейчас. 3-2. Иртыш ведет в счете после 40 минут игры. Напомню, в первом периоде 1-0 Иртыш вел. Павел Бабешко реализовал двойное большинство. Во втором периоде Иван Гебель увеличил преимущество Иртыша до 2 шайб. Далее 2 большинства реализовали Умеренков и Давлетшин у Юности. Карагандинцы сравняли 2-2. Ну а затем Бабешко в концовочке второго периода сумел забросить еще одну и сделал счет 3-2, вновь выведя Иртыш вперед. И на второй перерыв мы ушли вот именно при этом счете 3-2 в пользу Иртыша. При этом, как и в первом периоде, двукратное преимущество во втором по броскам имели карагандинцы. Если в первом периоде это было 10-5 в пользу Юности, то во втором уже 22-11 и суммарные 32-16 по сумме двух периодов мы отметили у себя в протоколе. Ну и вот третий период стартовал с 2 подряд бросков карагандинцев. Сначала Умеренков, затем Гореев отметились бросками в створ ворот. Пушков справился и с тем, и с другим. С подкидочкой выводят шайбу павлодарцы. И ведь проходит передача на Коршигаева. Коршигаев выстрелил мимо ворот. Снаряд пролетел. Бабешко не сумел завладеть снарядом в чужой зоне. Вышла шайба в среднюю. Еще раз Бабешко. От Прохорова пас прошел. Бабешко. Мощно зажигает из средней зоны. Артамонов в игре. Да, после второй пропущенной шайбы Вадим Азизи покинул ворота. Уступил место Кириллу Артамонову. Но и Артамонов на сухую не сыграл. Да, пропустил в концовочке периода от Бабешко. Причем, по-моему, да, вот после замены голкипера Иртыш-то даже больше бросил, чем в ворота, когда там Вадим Азизи находился. Да, у Азизи было 6 спасений, 2 пропущенных шайбы. У Артамонова было 7 спасений и 1 пропущенная. Ну и вот еще один бросок отразил он уже здесь, в третьем периоде. Сейчас, когда Бабешко и средний зажег. А вот здесь опасно, здорово, как сейчас проходят павлодарцы на чужие ворота и не забивает Марсель Бикбаев из выгоднейшего положения. Это могло быть уже 4-2, но Марсель Бикбаев не переиграл Кирилла Артамонова, спас голкипер Юности свою команду. Бабешко через дом. Зачем? Здесь непонятно. А, понятно. Теперь понятно. На смену покатило это сочетание. И Павел просто не видел, куда отдавать вперед. Там никого не было. Партнеры менялись. Вот оно в чем дело. Ну и у самого Бабешко уже сил просто не было на очередной забег. Длинная смена была у него. Так что по логике все правильно он сделал. Карагандинцы зашли в чужую. Гореев на Умеренкова. Матвей за воротами. Потерял контроль над шайбой. Гореев здесь же на подборе. Алтухов будет бросать. Бросок с дальней дистанции. Добивание. И все это вытаскивает Пушков. Еще момент. Выстрел мимо с цели. Ну, неплохо, да, сейчас карагандинцы отметились. И бросок Алтухова, и добивание Давлетшина. Но Пушков, Пушков красавчик. Гореев. Сохраняет контроль над шайбой. Нашел передачи Давлетшина. А вот у Тимура пас на пятак не прошел. Давлетшин. Гореев на синюю. Алтухов здесь. Алтухов бросает в блок, попадает шайба. Гореев на подборе. Умеренков. Вновь Гореев. Еще один заблокированный бросок. Ой, как же больно там игроку Иртыша. Но встреча не остановлена. Бросок состоялся. Пушков останавливает этот выстрел и ставит игру на очень важную и необходимую для его команды паузу сейчас. Да, прилетело там кому-то из игроков павлодарской команды, кому-то из защитников. Сейчас попробую глянуть. По-моему, да, 81 номер это был. Кирилл Шапаренко принял на себя этот бросок. Но, по-моему, именно он не... Ой, какая бабочка! Иван Фольмер! 3-3. Тихон Пушков. Ай-яй-яй-яй. Столько вытаскивать, столько тащить. И вот в таком простом, в общем-то, моменте в итоге пропускает Тихон Пушков. Еще раз смотрим. Выигранное вбрасывание. Бросок и...
Да, вот так вот шайба заскакивает в его ворота. Мадин Урканов, выигранное вбрасывание и голевая передача. Иван Фольмер в во второй раз в этом матче сравнивает карагандинцы счет благодаря точному броску 96-го номера юности. Иван Фольмер, передача у Мадин Урканова. 3-3, все начинается сначала. И все у нас начинается сначала. Юность за собственными воротами. Начинают новую атаку. Ну и сейчас, да, воодушевлены, конечно, карагандинцы этой заброшенной шайбой. Тут главное, чтобы у Пушкова, да, нервы-то не сдали. Ну и вот, пожалуйста, еще один бросок. Бросал 21-й номер юности Тимур Давлетшин. Пушков в порядке, да, после вот этой бабочки. Он вновь в игре, вновь продолжает биться, защищаться. Отбиваются павлодарцы, выходят из своей зоны. Опасный момент может получиться. Мимо створа проходит шайба. Если я правильно видел, это Максим Лопатин сейчас накатывал там по дальнему борту. 17-й номер. Да, это он, похоже, и был. А, нет, это 87-й, прошу прощения, Михаил Синельников атаковал сейчас. С шайбой карагандинцы. Борисов направо. Подключил партнера. Диль со входа в зону бросил. Мимо створа. Борисов оставляет шайбу в чужой. Борисов! Оп, на паузе. Добрался до пятака, но бросить не сумел. Зато сумел отдать классную передачу. Фольмер дальше. Муканов на пятак. До Борисова снаряд не дошел. Калина на перехвате. Вроде бы потеря, но тут же есть подбор от партнеров. Чистый вход в зону у Синельников. Развернулся Михаил. Видит партнера. Классная скидка. Бросок. И мимо створа Анциферов сейчас поливает. Ох, какой эпизод упущен. Да, еще раз Калина. На синюю будет поднимать. Нет. Выбили у него шайбу карагандинцы. И Фольмер вот так с подкидкой бабочкой в среднюю выводит шайбу. Там Прохоров. Прохоров. Пытается добавить. Неудачно. Алтухов. Алтухов и Давлетшин на пару добрались до ворот, но до броска дело не довели. Не позволили павлодарцы. Арбитр посчитал, что нарушения правил против игроков юности там не было. Вот здесь уже было нарушение. Поднята рука арбитра на отложенном штрафе. Гореев налево перевел. Подключил Ольденбургера. Тот на синюю. Алтухов. Справа есть партнеры. Проходит передача. Гореев на синюю. Уже в шестером. Сейчас юность с пустыми воротами. Гореев. Умеренков на синий ждет передачу. Гореев решается на бросок. Неплохо было разыграно. И бросок неплохой получился, в общем-то, у Ильи. Но Тихон Пушков здесь без ошибок играет. Анциферов ушел, уехал на скамейку штрафников. И большинство, да, задержка соперника клюшкой, большинство для юности. Но павлодарцам надо повнимательнее, конечно, действовать в плане вот удалений. Юность нашла свою игру в большинстве, две подряд, кстати говоря, они забросили именно в большинстве. И здесь моментище Пушков, Пушков стелится, там лежит игрок РТШа на льду. Надо бы остановить игру, там на пятачке пострадавший, но арбитр молчит, не свистит, не может подняться игрок павлодарской команды. Алтухов доводит дело до взятия ворот. 4-3, арбитр не стал останавливать встречу. Спорный момент, на мой взгляд, где-то, ну давайте повтор дождемся. Арбитр не свистел, да, вот еще раз Умеренков простреливает на дальний борт. Гореев бросает, Алтухов на добивание. Будут, конечно, вопросы здесь. Будут вопросы к арбитру, почему он не остановил игру.
Там до сих пор не может прийти в себя 81 номер Иртыша Кирилл Шапаренко. А, там... Там Артамонов был. Не Гореев. Умеренков третий балл сегодня уже набирает. Да, ну и опять большинство. И опять реализованное большинство. Вот о чем я и говорил, да, Иртыш на своих ошибках не учится, как говорится. Даже на своих. Ну, три подряд большинства реализовали карагандинцы. Три подряд большинства. Первые три не удалось им реализовать, а вот следующие три, пожалуйста. И 50% реализация большинства сейчас у юности таким образом стала. Ох, и тяжело будет вернуться в борьбу павлодарцам. Они эти три шайбы забросили, ну, откровенно говоря, с большим трудом. А вот в третьем периоде даже вообще игры-то нет у Иртыша пока. Тут и удаление, конечно, сказалось вот это вот. С другой стороны, оно-то только-только случилось. До этого моментов, ну, очень мало было. Два броска в створ нанесли хоккеисты Иртыша, и все. Здесь без удаления. Арбитр показывает, можно играть дальше. Карагандинцы... Не сумели до броска дело довести. Сарсимбаев набирает ход. Сарсимбаев выстреливает мимо створа. Неточная передача от Прохорова. Гореев уже на острие. Гореев здорово накатил. Пушков не позволил себя переиграть. Ну и тут Прохоров с Гореевым так пообщались, посмотрели друг на друга. Еще одно вбрасывание. Еще одно вбрасывание в зоне Иртыша. И эту точку выигрывают павлодарцы. 17 номер Максим Лопатин оказался лучше капитана юности на вбрасывании. Правда, в итоге карагандинцы снаряд-то отобрали. Скидка на пятак не проходит. Алтухов оставил шайбу в чужой зоне. Подключил у Миренкова. Ответная передача. Алтухов на дальнюю. Давлетшин. В штангу попадает шайба. И здесь все. Здесь уже Тихон Пушков говорит. Не-не-не-не-не, ребят. Хватает. Еще раз Умеренков против Лопатина. В этот раз уже выигрывает капитан юности точку. Правда, не без помощи партнеров. Алтухов у синий. Давлетшин. Давлетшин паузу выдержал. Расставил партнеров. На синюю на Алтухова. Еще раз Давлетшин. Прошла передача Умеренков. Бросок мимо створа. Первым успевает к шайбе Киреев добраться. И отправляет ее подальше из своей зоны. Но это проброс, свистит арбитр. Павлодарцы пытаются уйти из зоны, не удается этого сделать. Бросок с дальней дистанции наносил Борисов. Мимо створа шайба прошла, но Пушков так ее проводил, да, блином. Так показал, что если что, я тебя могу и отразить, родная. Классная задумка. Выкат шайбы на пятачок и попытка добавить от Нурканова. Неудачная в этот раз. И вновь Пушков. Вновь Пушков вытащил. Борисов. Не проходит передача. Гордин на подборе. Все-таки удается, да, здесь юности шайбой завладеть. Опасный момент. Пушков опять спасает. Гордин здорово накатывал, но не переиграл. Не переиграл Тихона Пушкова. Киреев. За собственными воротами павлодарцы меняются, а карагандинцы прессингуют. Обратите внимание, как плотно, да, и здесь повезло в какой-то степени сейчас Иртышу, что до шайбы юность первой не добралась. Калина и Киреев там чудят в своей зоне. Анциферов
Анциферов. Вышел снаряд в среднюю. Здесь Борисов. Калина попрессинговал, но прессинг этот не дал положительного эффекта. Гореев. Неплохо, да, с Довлетшиным они тут обыгрывались. А вот дальше неточная передача. И, пожалуйста, контратака павлодарцев. Но и она оборвалась на синей линии. Умеренков. Хороший момент. Умеренков низом в ближний вытаскивает Пушков. Не сумел оставить Алтухов шайбу в чужой зоне. Ольденбургер направо. Еще дальше в чужую Довлетшин. Нейфельд получил передачу от партнера. Я так понимаю, вместе с ним Филичев, да, сейчас на площадке, судя по всему. Нейфельд. Застряла шайба в игроках юности. Довлетшин, Довлетшин, Довлетшин! Красавчик, ай, красавчик. Но до броска не довел. Артамонов. А нет, это Ольденбургер. Довлетшин на синюю. Алтухов чуть за спину. Вновь Ольденбургер подключился. Довлетшин. На Ольденбургера ответная передача не проходит. Анциферов с подкидкой направо. Подключил партнера. Неплохо Синельников в дальний выцеливал. Ну, не знаю, был ли смысл такой бросок наносить. Да, может, стоило все-таки передачкой поискать кого-то из партнеров. Но что сделано, то сделано. Калина в своей зоне красиво отработал. Коршигаев. Калина. Калина продолжает бороться. Калина. Ну, момент. Калина в ближний не забивает. В сетку с внешней стороны шайба попала. А дальше уже Артамонов ее в ловушку забрал, отскочившую на пятачок. Юрий Калина. Ну, здесь, знаете, на мой взгляд, Юрию не хватило просто уже сил. Длинная смена. Уже его партнеры-то сменились, а Калина один остался из этого звена, да, и вот здесь немножко не хватает точности. Ну и классная игра Кирилла Артамонова, конечно, в воротах у юности сейчас. Отметим отдельно этот момент. Бабешка на точке. Сегодня Павел хорош. Две шайбы забросить умудрился. Ну и вот бросок с дальней дистанции от защитников Иртыша забирает Артамонов в ловушку. В этот раз сбрасывание выигрывают хоккеисты юности. Правда, уйти сразу далеко в атаку им не удается. Иртыш в прессинге. Бабешка. Далековато шайба от него была. Забрал ее в итоге Мади Нурканов. Нурканов! Великолепный накат на чужие ворота. 36-го номера юности. Заканчивается спасением Тихона Пушкова. Но здесь Гордин продолжает поддавливать. Коршигаев. Бабешка параллельно вместе там с Бигбаевым двигаются. Коршигаев бросил мимо цели. Синяя перекрыта. Прохоров. Бигбаев простреливает через пятак. Никого нет. Бабешка. Наброс на пятачок. Коршигаеву не удается эту передачу принять. И вот он шанс для юности сейчас. Не забивает Муканов. Мади Муканов попадает в штангу. Вот это момент. Да, и уже отыгран был, по сути, Пушков. Но не отыграны были ворота. Штанга сыграла за Иртыш. Бабешка. Коршигаев. Можно бросать. Это гол! 4-4. Вот это да! Вот это голешник. Вот это Руслан Коршигаев. 4-4, вы гляньте, да? Ну, началось все вот отсюда. С прострела от Краснова. Бабешка снаряд подобрал, увидел Коршигаева. И тот, смотрите, как с оттяжечкой-то здорово бросил. Илья Краснов, Павел Бабешка. Но вот Краснова не объявляют. Краснова не объявляют. Жаль и обидно на самом деле за Илью, который вот эту передачу отдал на Павла Бабешка. Ему обязаны были засчитать этот балл. Бабешка 2 плюс 1. Коршигаев 1 плюс 2. По 3 балла у двух этих игроков Иртыша сегодня. 4-4 и 6,5 минут до окончания третьего периода.
Киреев вывел в среднюю. Там Ольденбургер. Умеренков меняется по владарце. Умеренков в зону зашел. Перевел налево. Падает там игрок юности. Не было никакого нарушения. Гореев, по-моему, это был. Упал он сам. Ольденбургер. Налево. И сразу же в чужую зону идет заброс от Умеренкова. Да, действительно, там Гореев был. Ольденбургер. Еще дальше Давлетшин. Нейфельд. Гореев его переигрывает. Еще раз Нейфельд. Аккуратная передача. До Сарсимбаева не доходит снаряд. Не ожидал здесь, по-моему, этой передачи Тамерлан. Вышла шайба в среднюю зону. Умеренков нашел пасом Давлетшина. Тимур на пятачок. Ой-ой-ой, вот это было опасно, да. Но мимо ворот пролетела шайба. Было касание, не будет проброса. Диль. По-моему, это он, Артем Диль. Но вот номера у двух игроков. Это Артем Диль и Мади Нурканов. Не Мади Нурканов, а Али Нурканов меня вводят в заблуждение. Они вот там так наклеены непонятными цифрами. И пытаешься как-то понять, разобраться, не всегда удается. Борисов! Борисов мог стать героем команды, забросив пятую шайбу сейчас для юности, но не попал в створ. Вбрасывание в зоне Иртыша. Мади Нурканов вбрасывание выиграл. Бросок с дальней дистанции. Тихон Пушков все видит спокойно и уверенно в ловушку эту шайбу забирает. Калина не сумел отправить снаряд из зоны. Опасно здесь. И Гордин не реализует эту попытку. Тихон Пушков. Просто шикарен. Просто шикарен Тихон Пушков. Реакция потрясающая. Просто потрясающая реакция у Тихона. Да, может быть, не без ошибок в этом матче у Тихона Пушкова. Да, пропускал. Он пропускал четырежды. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Я повторяю эту фразу раз за разом. Действительно, так оно и есть. Но в целом сегодня давайте быстренько сосчитаем. 32 до 17. Это будет у нас сколько? 32 плюс 17. 49. 49 бросков нанесли карагандинцы. 37. Что-то я такое говорю. 30. 49, 45 спасений у Тихона Пушкова. Представьте себе, 45 спасений совершил голкипер Иртыша сегодня. Это очень высокий показатель. Умеренков. Удаления не будет здесь. Гореев делает счет 5-4. Провалились павлодарцы. Умеренков шикарную передачу отдал. Гореев не промахнулся. 5-4, юность. Во второй раз в этой встрече выходит вперед. Но началось все вот с этой передачи, да, защитника. Ну и дальше Умеренкова валят. Это нарушение, но Гореев забрасывает на отложенном штрафе. И юность. Слушаем, да, Алтухов отдавал первую передачу. Илья Гореев, передачу Алтухова и Умеренкова. Юность выходит вперед. 5-4. Как долго, да, Иртыш шел к тому, чтобы сравнять счет. Ну, недолго, да, давайте говорить, как тяжело далась Иртышу четвертая шайба. Как трудно им было. И вот после той шайбы, кстати, Иртыш ни одного броска-то в створ не нанес. В створ ворот юности после шайбы Руслана Каршигаева. Дальше и вновь карагандинцы перехватили инициативу, вновь пошли в атаки, одну за другой организовывали. И не с первой попытки, но все-таки удалось им забросить. В атаке юность, там лежит игрок карагандинской команды. Арбитр долго очень не останавливал встречу, да, но вот все-таки остановил. Что было там, я, если честно, не увидел. Попробую сейчас посмотреть на параллельном мониторе, что же там такое-то произошло. С игроком карагандинской команды. Я так понимаю, это был
не вижу. 96-й номер. Ага, там силовой прием Прохорова против Ивана Фольмера состоялся. И в ногу Прохоров вылетел Фольмеру. Но вроде все в порядке. Иван поднялся на своих ногах. Возвращается на скамейку запасных. А вбрасывание выносится в среднюю зону. Умеренков и Лопатин на точке. Умеренков выигрывает вбрасывание. Умеренков. Скидка на пятачок. Ответная передача не проходит. Иртыш в контрвыпаде. Миркул пытался убежать Нурсултан. Не пустили. Умеренков. За спину играет. Там Нейфельд. Нейфельд. На пару с Филичевым отработали. Снаряд у Иртыша. Ой-ой-ой-ой. Неудачное падение сейчас от Лопатина. Но поднялся. Все в порядке. И пошел в атаку Максим. Не удается ему из зоны выйти. Здесь нарушения правил не было. Филичев очень сильно по закруглению из зоны шайбу отправляет. Проброса не будет. Возвращается Иртыш в чужую, юность чужую, да, в зону Иртыша. Умеренков здесь. Подключил защитника. Бросок хороший, бросок мощный. Артем Диль, по-моему, наносил. Пушков на месте. Но вот я все время, да, не могу понять, Нурканов или Диль. У обоих наклеенные номера на спине. И обоих тяжело отличить друг от друга. Срывается бросок, не попадает по шайбе Артамонов. Забирает ее Калина и мчит в атаку Юрий. Добрался до чужого лицевого, проиграл борьбу здесь. Пытаются помочь партнеры. Калина в коньке Анциферову шайбу прилетела. На перехвате тут здорово Краснов отборолся. Правда, юности удается все-таки шайбой завладеть. Краснов силовой провел. Досталось Артамонову, но без нарушений. Последние две минуты в третьем периоде. Интересно, увидим ли мы пустые ворота у Иртыша. Хороший силовой. Кто это был? Прохоров, по-моему. Он умеет играть в силовую. С опытом игры Жастар Хоккей Лигасы, да, Никита Прохоров знает прекрасно все нюансы. Калина. Калина, Гореев против него. Калина на пятак, бросок. Добивание не случилось. А вот момент-то классный был сейчас. Синельников его упустил. Попади он в ворота. Все, быть бы голу и быть бы ничьей. Быть бы, скорее всего, овертайму. Иртыш сейчас будет пытаться, конечно, отыграться. Интересно вот все-таки, да, посмотреть, будут ли пустые ворота у Иртыша. Но против юности с пустыми воротами играть очень опасно. Но рисковать-то надо. Рисковать надо в любом случае. Минута. Всего лишь минута с небольшим до окончания основного времени игры. Я думаю, сейчас ждут на тренерском мостике Иртыша, ждет Дархан Акперганов вбрасывание в зоне юности и надеется он после этого провести тайм-аут. Не прошла передача! Ай, упущен момент павлодарцами, упущен, вышел из ворот Пушков, клюшка играет. Да, выходили 3-1 сейчас хоккеисты Иртыша и могли сравнивать счет, могли... Но ошиблись. Да, и вот потихонечку появляется уже свежее сочетание. Видим мы уже Коршигаев на льду и Бабешка. И там же появился уже Бекбаев. Именно этому звену предстоит финальный штурм. Ну, мог бы финальный штурм у них получиться, если бы времени хватало. А тут всего лишь 12 секунд. Бабешка! Бабешка! Перебирал шайбу клюшкой. В итоге отпустил далековато. 5 секунд, скидка в лицевой, просто не хватает времени у Иртыша на финалочку. Матч завершен, сирена звучит, победа юности со счетом 5-4 в этой встрече. Да, третий период остался, да, в общем-то, как и два других, за карагандинцами и павлодарцам не удалось в итоге удержать ничью. Пропустили они в концовочке.
Но и юность, да, давила сегодня очень много. 51 бросок от каргандинцев мы увидели в этом матче. И всего лишь 23 у РТШ. На этом, друзья, все. На этом будем прощаться. Подводим итоги. Сегодня отмечу: Матвею Миренков гол плюс 3 передачи. Павел Бабешко дубль и голевая передача. Руслан Каршигаев гол и 2 ассиста. Вот эти парни сегодня были на высоте. И Тихон Пушков, который отразил в итоге 46 бросков в створ своих ворот. 46 спасений. А это очень много. Спасибо обеим командам. Удачи им в дальнейших играх. Еще раз поздравляем юность с очень важной победой. Они продолжают борьбу за серебряные медали с Торпедой. Завтра нас ждет это отчаянное противостояние. У меня на этом все. Для вас сегодня работали наш оператор и режиссер на арене в Усть-Каменогорске Рафхат Мусин. У микрофона с вами был я, ваш комментатор Евгений Самойлов. Увидимся на хоккее, друзья. И самое главное, не болейте, берегите себя. Всем до связи, всем пока-пока.